Приветствую вас, дорогие мои зрители. По просьбам, так скажем, моего наставника, что ли. Как не знаю даже, как правильно выразиться. Это мой проект Дам. Я его вообще никогда не афишировал, не старался его афишировать вообще. Не упоминал ни на YouTube-канале, потому что больше боялся какого-то определенного хейтерства, но решили мы как-то это все в свет выпустить, да, так скажем. Поэтому я, наверное, делаю какую-никакую такую мини-рекламку. Может быть, кому-то интересно будет, да. Сейчас более-менее расскажу, что это. The Last Hunters. Это проект, вдохновляется игрой Final Fantasy. Сразу вам говорю. Игра жанра JRPG. Делается в RPG Maker. МЗ-шку там особо по деньгам мне не было, когда-то в свое время по акции купил. Ну и, соответственно, начал осваивать все с самых низов, пока разбирался, как это все делать правильно, как составлять задания, да. Сами понимаете, все равно я рисовать не умею, я рукожоп, поэтому достаточно все равно затраты все равно идут, как ни крути. Про что это, когда в группе я выкладывал, как тогда озвучивал свою типа мини-историю, мини-лор, что ли, так сказать. Долина Шагатун. Это долина высоких гор, кустистых холмов и глубоких синих озер. Место гармонии, любви и свет. Пока не пришла она. Прости, кто? А тьма. А с ней болезнь и смерть. Она пришла по зову Уада, великого черного колдуна, мечтающего захватить долину, а за ней весь мир. И чтобы защитить оставшихся живых, спасти мир и уничтожить Уада, король Агений. Да, возможно, кто скажет, ты же Евгений, ты, наверное, да, блин. Ну да, я не изобретал какой-то велосипед, тут все просто на ходу у меня было. Это правитель долины Шагатун. Насчет Шагатуна тоже очень много есть про что рассказать, как мы это придумали, зачем мы это придумали. Если вам будет интересно, я это расскажу как-нибудь. То есть правитель долины Шагатун созвал на помощь самых знаменитых охотников. Ну, соответственно, вот они. Как вы видите, на заднем фоне у меня это Катерина и Евгений, так скажем. И все, кто решится спасти долину, конечно же, ожидает. Давайте я вам перечислю, что ожидает, как ожидает, почему ожидает. Сражение с врагами и традиционный пошаговый боевой системе. Разработайте стратегию, эффективно использовать каждый ход, чтобы преодолевать всевозможные испытания. Это я из дизайн-документа, и мы выкладывали также краудфандинговую платформу уже, да, везде, поэтому эти заготовки есть, они как бы выделены, я просто их буду зачитывать, так скажем, потому что я очень жестко переживаю, на самом деле, потому что для меня это впервые, по крайней мере, рассказать что-то о своем проекте, который просто делается, непонятно откуда взялся, да и что. Дальше. Исследование таинственных руин. Предстоит раскрыть их секрет. Исследователи ждут награды в каждом уголке, и только те, кто прекратит поиски, даже перед угрозой жизни, подземелья, полны засады и ловушек. Да, действительно, ловушек будет очень много, чтобы прям попка горела жестоко. Свободно можно будет настроить каждого персонажа. Более чем 40 различных навыков, которые необходимо изучить и освоить, чтобы создать сильную группу, да. Частое использование навыка повышает его мастерство. То есть, как Skyrim, грубо говоря. Когда ты пользуешься тем же мечом, акробатикой, да, это все прокачивается. И что, опять же, ну, как понятно, что усиливает его силу, да, и снижая его стоимость, прошу прощения. В бой также предстоит вести двух персонажей, как я и говорил, да, которых вы видите, опять же, назад. Не знаю, я старался. Если вам интересно, как эти персонажи в голову приходили, так скажем, да, также могу рассказать истории, если будет, опять же, вам интересно. Можно будет в ВК-группу игры это все публиковать. Да, в бой предстоит вести двух персонажей, которые посвятили свою жизнь охоте на монстров. Это, как можно сказать, как Гансель и Грета, да? Как там брат с сестрой, ну да ладно. Захватывающий сюжет с большим количеством диалогов, проработанное задание, нелинейном порядке прохождения.
множество предметов экипировки, включая различные комплекты. Большое количество пасхалок, отсылка на реальную жизнь автора. Ну, как я и говорил, это история, если вам кому-то интересно будет, это обязательно все расскажу. То есть, таким темпом вы точно узнаете все о создателе, как это создавалось, почему это создавалось, да? Либо уже при выходе игры. Но те, кто очень любопытный, так скажем, можно будет это все, так скажем, подготовить, да? Так, смотрите, нам есть возможность. Есть возможность. Я вот при вас хочу сразу, я вам покажу, где мы опубликовали, где вы можете, ссылки оставим, где вы сможете нас и поддержать. Полностью будет вестись отчетность. Достаточно все хорошо, все нормально прям. Давайте скроем наше изображение. Вот, Chipping Games — это краудфандинговая платформа для разработчиков игр, да? Так, вот наш проект. Первый этап — мы на прототипа, да? Первый сбор идет, вот дорожная карта у нас есть, 30 тысяч, то есть это будет потрачено на оптимизацию, то есть модельки, иконы персонажей, да, систему боя, систему квестов, систему прокачки, развития персонажей, это навыки, да, то есть много прорисовки, все равно 2D графика, у меня нет ни планшета, ничего, поэтому это нужно будет как-то все вот так делать. Дальше, соответственно, здесь идет уже вторая сборка на 50, то есть это сеты на монстров, чтобы они не были встроены, однотипные, все стоит охренительных денег, так скажем. Ну и здесь уже, соответственно, да, это дополнительный игровой контент, DLS-ки, ну и, соответственно, на мобилке, да, обучение. То есть и дополнительные несколько глав, и для каждой, хочу для каждого героя также сделать, чтобы они могли, допустим, разделиться и выполнить для себя определенные квесты, знаете, типа сестра должна убить брата, брат должен убить сестру. Но это тоже это более финальное, но это так, небольшой спойлер, так скажем. Это первое, что есть, где вы можете нас поддержать, да, здесь кнопочка. И есть также можно поддержать, ну, Boosty я стараюсь развивать, не знаю, здесь можно вот как и подключить, я это сейчас займусь этой переделкой, потому что хочу более погрузить это все в геймдев отрасль, да. Здесь вместе будет с интервью все погружаться. И, соответственно, наша ВК-группа. Я публикую это в основную группу, да, ссылку на нашу группу The Last Hunters, то есть она оформлена, 37 человек, на самом деле я один раз или два раза только публиковал, здесь вот работы с хэштегами как, что, почему, где выкладывалось, да, как я полностью составлял это все, то есть вот ходьба, вот они двоим ходят, Король Агениус, да, это все первые начальные локации, как вырезал, ну, то есть, вот, да, как диалог строился, дополнительные задания есть, ну, в видео формате, то есть, все в целом, все предоставляется, и ссылку я оставлю обязательно в описании, здесь также можете и поддержать автора, да. В дальнейшем мы планируем на, по крайней мере, планируем, да, будет и мерч, то есть, если мы соберем определенную первую, да, на прототип уже, там уже можно будет мерчи, допустим, вот эти же анимешные персонажики, игрушки, либо хатики. То есть мы все это сможем сделать для вас эксклюзивно, так скажем. Прошу прощения, очень волнуюсь, начинаю сразу, у меня горло сразу наполняется, потому что я никогда, на самом деле, только рекламирую людей, это проще, чем рассказывать о себе что-то. Делаю впервые игры, то есть вся информация есть. И на YouTube также буду публиковать, стараться. Ну, мало ли кому-то будет это интересно, на самом деле. Я публикую ссылку на группу, чтобы вы могли ознакомиться к нам, ну, в основную группу. Ну, в целом у меня как-то все. Я надеюсь, никого не затронуло, никого не обидело. И надеюсь на вашу какую-то оптимальную, хорошую поддержку. Если будет действительно огромная моральная поддержка, все вступят, начнут поддерживать, меня это будет мотивировать, я создам намного быстрее эту игру. И приступлю уже к новым своим проектам. У нас планируется уже даже с Иксовой, мы уже связывались. Я работаю сообща с Теодаром, даже скажу это так, да, ребята, которые делают 3D-мобу персонажами Prime World, да, вот она эта группа, сразу вам скажу, то есть вот она все, у них, кстати, на данный момент идет сейчас розыгрыш, также, да, повторюсь, у них XOL-овский лаунчер, и, возможно, будет возможность даже
как-то через лаунчер, знаете, как Алавард по игре, вот есть, да, форматы, где можно там сборник любой запустить, ну вот что-то такого. Не говорю, что игра будет длинная, потому что это будет не особо интересно, но скажу точно, что вы не зря потратите те же там, ну не скажу сколько часов, потому что опять же спойлерить это тоже неправильно, сам беру интервью и сам знаю, чтобы потом не сглазить, либо не накосячить. Ну то есть вы поняли, как мне найти, что мне найти. Я оставлю все ссылки в описании, на группу, на поддержки, и все есть. Надеюсь, жду от вас адекватную, нормальную связь, что ли. Вот и все. Ну, с вами был я, ребятки. Ждем стримы, ждем видосы. Всем пока.